Жила в Египте девочка Мария, жила, цвела и рано повзрослев. В 12 лет ушла в Александрию, любовь своих родителей презрев. И одержима ненасытной страстью, слыла Мария жадной до мужчин, и все мужчины были в ее власти, не устоял пред нею ни один. Однажды, оказавшись у причала, где был корабль в дорогу снаряжен, «Меня с собой возьмите!» — прокричала, «От скуки будет каждый мной спасен!» Смеясь, мужчины согласились, дабы в дороге веселее было им. И в долгий путь отправился корабль в великий город Иерусалим. Был в Иерусалиме славный праздник, воздвижение честнейшего креста, который обрели на месте казни Спасителя и Господа Христа. Мария, оказавшись в этом граде, решила храм Господень посетить, но шла она туда не Бога ради, а чтоб опять кого-то соблазнить. Когда Мария в этот храм входила, с толпою Бога ищущих людей, какая-то неведомая сила ее вдруг оттолкнула от дверей. Она опять протиснулась ко входу, и вот уже почти туда вошла, как в грудь ее толкнул незримый кто-то, и вновь она отторгнута была. Но так и не поняв, что это было, она опять влилась в людской поток, и в третий раз неведомая сила Марию не пустила на порог. По сторонам сердито озираясь, икону вдруг увидела она, икону, где Мария та другая была с младенцем изображена. И столько было боли в этом взоре, что сердце, где жила одна лишь страсть, могло остановиться бы от горя, когда б к иконе этой не припасть. Мария словно молния пронзила, и поняла она, из-за чего Марета другая не пустила ее к кресту в храм сына своего. И вспомнив жизнь свою в одно мгновенье, как цепь порочных адовых кругов, Мария опустилась на колени под тяжестью содеянных грехов и распростерла руки пред иконой, и каялась пред Богом, не таясь, а слезы все лились из глаз рекою, с души смывая въевшуюся грязь. И жизнь свою исправить обещая, она молила в храм ее пустить, и ей в ответ Мария та другая кивнула, словно так тому и быть. И обретя в душе такую легкость, как будто невесомою была, Мария вдруг почувствовала робость и внутрь беспрепятственно вошла. И, видя крест страдания Господня, Мария поняла, как милосерд ко всем, кто с покаянием приходит, Христос Спаситель распятый за всех. Она из храма вышла, понимая, что в этом мире больше нет ее. Теперь уже Мария та другая по-новому смотрела на нее. И голос от иконы исходящий сказал Марии: «Впереди Иордан, и если ты смирение обрящешь, блаженное успокоение дам». И выполнила свой обет Мария, одна в пустыне 40 лет жила. Вот так блудница из Александрии.
чистоту и святость обрела.